Теперь о новом скандале на Украине. Там чуть не подрались министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Одесской области, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили. Конфликт произошел на заседании Национального совета реформ в присутствии премьера и президента. По словам Авакова, он задал Саакашвили неприятный вопрос о приватизации Одесского химического завода. После же, как утверждает глава МВД, губернатор начал орать и сыпать оскорблениями. В ответ Аваков плеснул в лицо Саакашвили водой. Одесский губернатор сорвался в истерику и начал орать на меня. Никто не имеет права так разговаривать с Михаилом Саакашвили. Ты коррумпированный министр, а я честный человек. Перешел к прямым оскорблениям. Я воздержался от того, чтобы его ударить, плеснул ему в лицо водой. Я давно не видел настолько ошизевшего популиста, не давал сказать ничего, перебивая всех, включая президента. Саакашвили пустобрех на трудностях, не отвечающий ни за что. Хватит мне артистов и циркачей. Пахать надо, а не трепаться. Позже Саакашвили рассказал свою версию случившегося, мол, сорвался не он, а как раз Аваков. Кроме того, одесский губернатор потребовал от пресс-службы украинского президента обнародовать видеозапись инцидента. Саакашвили возмутило и поведение премьера Яценюка, который заступился за главу МВД и тоже не стеснялся в выражениях. После этого премьер-министр Арсен Яценюк обозвал меня гастролером, призвал меня убраться из страны. Я не буду цитировать остальные его бранные выражения. Я думаю, что это видео должно быть опубликовано, чтобы люди видели, как выглядит премьер-министр, потерявший лицо. Я никуда отсюда уезжать не собираюсь. Я не дам возможности им ограбить и дальше грабить потрясающую, любимую мною горячо Украину. Что касается реакции президента Порошенко, как рассказывают очевидцы, сначала он пытался успокоить конфликтующих, но, судя по всему, безуспешно. В итоге главе государства ничего не оставалось, как просто закрыть заседание. Отмечу, что конфликт между губернатором Саакашвили и командой премьера Яценюка разгорается уже несколько месяцев. Примечательно, что стороны обвиняют друг друга в одном и том же – в коррупции.